Друзья, привет всем! На обзоре у нас сейчас будет два обалденных крутых ножа из порошковой стали S125V. И давайте начнем мы вот с этого ножика. Это нож Барс. Ножны растишка. Полностью ручная работа. Перейдем, собственно, к ножу. Такой красавец. Здесь у нас это конвекс, сведение в ноль, рукоять стабилизированный зуб мамонта на сквозной монтаж. Все вот так выполнено. Ну, шикарный нож, абсолютно рабочий, закален на 65 единиц на сквозной монтаж. Да, забыл сказать, на макумегане, на стяжке. Так, первый экземпляр. Второй экземпляр. Это модель Иртыш. Ну, как вы поняли, ножи все универсальные. Это и выполнено на тему охоты, и вообще в целом на повседневку. К ножу переходим. Такой вот ножичек. Спуски, соответственно, тоже конвекс, как у предыдущего ножа стали 125V. Здесь такой вот зуб мамонта. Аж переливается. Ножи продаются. Обращайтесь. Цена любого ножа 100 тысяч рублей. Для заказа на WhatsApp телефон я все оставлю. Всем спасибо, всем удачи и крепкого здоровья.